Добрый день, друзья! Сегодня я приглашаю вас на барахолку Германии. Случайно на нее попала. Много чего интересного увидела. Приглашаю и вас посмотреть. Ручная роспись. 3 евро. Красивая. Вот это тоже, блин, какая. Паст. 4 евро. Напоминает мне мою сахарницу старинную. Класс. Евро. Вообще красавец. И маленькие. Маленькие евро, да? 2 евро. Класс. Еще линейка вот этого интересного. Что это за поилочки? Какие интересные. Ну, кружки. Ручная роспись, вазочка, прелесть. Очень красивые. Вот какой. Уточки. Уточки прям везде. Уже даже ему кое-что. А вон какой журавль красивый. Чеканка очень красивая. Нюрнберг, между прочим. Класс. Какие часы красивые. Вот такие. Так, Бавария, одна из мануфактур, такое трио. А это что? Классно. Вот какие песочные часы. 7 минут. По-другому. Сапожок красивый. Вот эти симпатичные. Такая нежная. А вот какая прелесть. Зеленый. А сколько такая?
Дашенька. Сколько? Сколько, Дашенька? €3 вазочка.